Вместо существующего аналогового телевидения с 1 января следующего года ямальцы смогут смотреть цифровое эфирное телевидение. Качественное, разнообразное, а самое главное – бесплатное. Большинству ямальцев уже доступен первый мультиплекс, иначе говоря, пакет каналов, куда входят Первый, Россия-1, Матч, НТВ, Пятый, Санкт-Петербург, Россия-Культура, Россия-24, детский канал Карусель, ОРТ и ТВЦ. Работают и три канала радио. Цифровое телевидение эфирное абсолютно бесплатное. Более того, законодательство требует от всех операторов вот эти каналы, даже от платных кабельных сетей, предоставлять бесплатно. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы вы смогли эти каналы просто смотреть с 1 января. Для этого надо купить элементарную приставку и элементарную антенну. Возможно, там, где есть более сознательные ТСЖ, где есть собственники активные, можно сделать коллективные антенны. Для приема цифрового телевидения нужно всего лишь перенастроить телевизор. Современные телевизоры приставкой для приема цифры уже оснащены. Если же модель старого образца, для просмотра цифрового сигнала нужно приобрести приставку и антенну. Стоимость приставки составляет от 600 до 2000 рублей. Малообеспеченные ямальские семьи до 1 января снабдят цифровыми приставками. Сейчас завершаются работы по полноценному запуску второго мультиплекса. В него войдут каналы СТС, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ, ТВ-3, Домашний, Спас и РЕН-ТВ.